Уважаемые друзья, коллеги, я приглашаю вас к участию в конгрессе Рунейро, который будет проходить в Москве 22-23 декабря. Он будет проходить в такой очно-заочной форме. Очный зал, в котором будут читать лектора первого зала, он находится в Институте Склифосовского, а второй зал будет, как модно в нынешнее время, виртуально зумовским. Вот. Но он будет не менее интересен, чем первый. Конгресс будет проходить 2 дня, и за это время мы планируем осветить все насущные вопросы и проблемы, связанные с нейрохирургией, неврологией, нейроанестезиологией, нейроинтологией. Это тема инсульта, черепно-мозговой травмы, внутричерепных кровоизлияний нетравматических и хронических и острых нарушений сознания, а также эпилепсии. Мы решили просто разбавить всю ковидную повестку, которой прославился 2020 год, и в этом конгрессе практически ничего не будет про ковид. Все будет только про голову и спинной мозг и периферическую нервную систему. Участвовать будут лидирующие институты в этой области. Это Институт Склифосовского, Институт Бурденко, Институт неврологии, Институт Женелидзе и Военно-медицинская академия, а также лектора из Екатеринбурга, из Клинического института мозга. Милости просим, мы будем рады видеть всех в эти замечательные 2 дня.